Где на Варварке находится самое невзрачное здание по своей архитектуре? Кем и когда оно было построено? Какие храмы стояли на углу Рыбного и Никольского переулков? И где, предположительно, родился Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых? Как храм Никола Красный Звон уцелел в лихолетие? Сейчас он зажат административными зданиями. И в каком году часть Знаменского монастыря стала музеем бояр Романовых? Об этом и многом другом я расскажу сегодня в шестой части сериала «Варвар». Дом номер 5 купцов Барановых находится за моей спиной. Он тянется от Рыбного до Никольского переулка. Построен был во второй половине 19 века известным московским архитектором Александром Степановичем Каминским. Александр Степанович Каминский был ученик Тона. Под его руководством принимал участие в строительстве храма Христа Спасителя, а также был ярким представителем поздней эклектики, архитектурного направления, которое сочетает в себе стили разных эпох. Александр Степанович Каминский был женат на Софье Михайловне Третьяковой, сестре создателя Третьяковской галереи Павла Михайловича Третьякова, и пользовался большим успехом среди образованных купцов, таких семей, как Боткины, Морозовы, Коншины, Третьяковы. В 1867 году он становится главным архитектором Московского купеческого общества и строит, вернее, даже перестраивает здание биржи, которая находится на Ильинке, здесь недалеко. Дом номер 5 не самое лучшее произведение Александра Степановича Каминского. И он не понравился современникам. «Фасад вызывает душевное прискорбие», писали русские ведомости тогда. И действительно, если на него посмотреть, глазу не за что зацепиться. Более в позднее время он был настроен мансардным этажом к еще большему душевному прискорбию. Территория дома номер 5 когда-то занимала несколько владений, переходившие из рук в руки, от одних владельцев к другим. По наследству, а может быть, кто-то продавал его. А вот здесь, вот на углу Рыбного переулка и улицы Варварки, когда-то стоял храм Рождества Иоанна Предтечи, который был построен не позднее 15 века, ибо первое упоминание о нем находится в летописи по случаю очередного московского пожара 1468 года. В 1643 году храм с принадлежащей ему землей был отдан во владение Спасо-Прилукского монастыря. Здесь было создано подворье этого монастыря. Так что очень знаменательное историческое место. Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь, расположенный неподалеку от Вологды, был одним из крупнейших монастырей Русского Севера. Ему принадлежали обширные земельные угодья с крепостными крестьянами, мельницы, рыбные ловли и соляные варницы. В 18 веке подворье Спасо-Прилукского монастыря обветшало, храм Рождества Иоанна Предтечи по бесприходности был разобран, а в 1776 году земли бывшего подворья Спасо-Прилукского монастыря приобрел купец Василий Чирьев. С конца XVI века вплотную к подворью Спасо-Прилуцкого монастыря примыкал обширный двор богатых московских купцов Булгаковых.
Булгаковы принадлежали к высшему слою купечества, носили почетное звание гостей, многие из них занимали государственные должности, бывали при царском дворе. В смутное время Булгаковы поддерживали Лжедмитрия I. Во время его свадьбы с Мариной Мнишек Илья Булгаков, как полагалось по старинному обычаю, осыпал новобрачных золотыми монетами. Двор Булгаковых по обширности и богатству не уступал боярским усадьбам. У ворот, выходивших на Варварку, была построена сторожевая изба, что было принято только у знати, а домовая церковь Булгаковых во имя Воскресения Христова стала одной из московских достопримечательностей, благодаря своей величине и тому, что имела целых 11 глав. В середине 18 века, согласно плану Москвы, относящемуся к 1757 году, часть территории, на которой сейчас стоит дом номер 5, была занята городской усадьбой, принадлежавшей бургомистру Игнатию Федорову. Позже эту усадьбу приобрел богатый купец Чирьев, который, как уже было сказано, расширил владения, прикупив находившееся рядом подворье Спаса Прилуцкого монастыря. В 1785 году, после смерти купца Чирьева, его вдова продала участок капитану Лугинину, который построил новый трехэтажный дом с двумя выходящими на красную линию флигелями, украшенными угловыми полуротондами. Казаков поместил изображение этого дома в альбом партикулярных строений. В то время 11-главая Воскресенская церковь, оставшаяся от усадьбы Булгаковых, еще стояла на углу Варварки и параллельного Рыбному Юшкова, ныне Никольскому переулка. Однако в 1737 году она сильно пострадала от пожара, во время которого выгорело все ее внутреннее убранство. Около 10 лет службы в ней вообще не проводилось. Затем из-за малого прихода ее приписали к храму Святого Георгия, находившегося также на Варварке. А колокола и часть ризницы передали стоящему напротив Знаменскому монастырю. В 1791 году церковь Воскресения была снесена за ветхостью. В начале 19 века усадьба Лугинина перешла к купцу Филату Афанасьеву Засыпкину, владевшему чугунолитейным заводом в Калужской губернии. В последующие десятилетия участок сменил несколько хозяев, которые возвели на нем ряд разнообразных построек. В 1860-х годах он перешел во владение купцов Барановых, владельцев красильной фабрики, на которой производились знаменитые барановские платки с веселыми узорами, разбросанными по удивительно яркому красному фону. В музейных фондах можно встретить очень ветхие, буквально расползающиеся по ниточке барановские платки, но красный фон по-прежнему горит огнем, ничуть не потускнев от времени. И глядя на них, нельзя не вспомнить, что слово «красный» на Руси означало «красивый». Барановские ситцы и в особенности платки расходились по всей России, их охотно покупали в Азии. Они представлялись на промышленных выставках и пользовались неизменным успехом. За свою деятельность Баранов был награжден 3 золотыми медалями за полезное. В 1864 году Мастрида Баранова, жена Асафа Баранова, задумала застроить по-новому принадлежавший ей участок на Варварке и заказала известному архитектору Александру Степановичу Каминскому перестройку всех старых зданий. Хотя дом номер 5 известен как дом Барановых, Барановым он принадлежал недолго. В 1870-е годы в нем расположилось правление Московского купеческого общества взаимного кредита, основанного в 1869 году. Одним из учредителей общества был крупный промышленник, владелец кондитерских фабрик Алексей Иванович Абрикосов. Еще одним из создателей Московского купеческого общества взаимного кредита был известный общественный деятель, издатель, поэт и публицист, один из главных идеологов славянофильства Иван Сергеевич Аксаков. Одним из основных направлений общественной деятельности Аксакова была работа в Московском славянском комитете, занимавшемся организацией помощи балканским славянам, находившимся в то время под турецким игом. Во время войны Московский славянский комитет, возглавляемый Аксаковым, занимался сбором средств, закупкой оружия и обмундированием. Центром сбора пожертвований стало здание Московского купеческого общества взаимного кредита на Варварке. Там было собрано более 800 тысяч рублей, на которые был снаряжен санитарный отряд и отправлено на Балканы около 1000 добровольцев.
Трехэтажные палаты на верхних погребах – единственное строение, которое осталось с тех пор, когда здесь была еще усадьба. Эта усадьба обозначена на московском первом плане, так называемом Петровом чертеже, который был сделан в 1597 году. Согласно этому плану, на территории усадьбы находилось два жилых помещения. Палаты на нижних погребах, стоявшие в центре двора и утраченные сегодня, и палаты на верхних погребах, которые выходили на Варварку. Самая древняя часть палат – это каменный подклеток, датируемый XVI веком. В XVII веке был надстроен второй этаж из кирпича, а в XIX веке уже третий, тоже из кирпича, но стилизованный под дерево. Именно эти палаты были основным жилым домом, где жил хозяин и его семья. И здесь в 1596 году родился Михаил Федорович, первый царь из династии Романовых. Когда в 1613 году юный Михаил Романов был избран на царство, резиденцией нового государя, а впоследствии и его отца, патриарха, стал Кремлевский дворец. Мать царя, инокиня Марфа, также поселилась в Кремле, в Вознесенском монастыре. Единственный оставшийся в живых дядя Михаила, Иван Никитич, получил двор близ Воздвиженки. Здесь усадьба на Варварке совершенно опустеет. В 1631 году, после смерти инокини Марфы, Михаил Федорович на территории родовой усадьбы повелит основать мужской Знаменский монастырь. Все строения усадьбы перейдут во владение монастыря, в том числе и палаты на верхних погребах. После пожара 1668 года, во время которого Знаменский монастырь сильно пострадал, игумен Арсений в уже упоминавшемся письме царю Алексею Михайловичу писал и об этой постройке. «Монастырь Знаменский выгорел со всеми монастырскими службами, и ваше государственное старинное строение, палаты, от ветхости и от огня развалились». Восстанавливать монастырские постройки был нанят каменных дел подмастерье из Ярославского уезда Милентий Алексеев, сотоварищи. Мастера подрядились на верхних погребах старые палаты разобрать по погребной свод и сделать новые палаты в вышину, а двух житьев с крыльцом. Таким образом появилась новая верхняя часть палат. Но изначально белокаменные основания и стены под клеток были сохранены. Палаты на верхних погребах получили название казенных келей. Там жили должностные лица, ведавшие монастырским управлением, хранились монастырская казна и различные документы. В середине XVIII века они стали называться архиерейскими, потому что там на протяжении 10 лет, с 1752 по 1762 год, проживал митрополит Анастасий. К концу XVIII века Знаменский монастырь настолько обнищал, что палаты бояр Романовы стали сдавать в наем. В последующие годы они неоднократно перестраивались, так что к началу XIX века совершенно потеряли свой облик и стали обычным городским строением. Но под слоем штукатурки оставались подклет и стены XVI-XVII веков. Многие ли из жителей Москвы знали, что часто попадавшееся им на глаза небольшое каменное здание при Знаменском монастыре, выступающее фасадом своим на Варварскую улицу, некогда составляло часть древнего двора бояр Романовых, царских пресветлых родителей, писал известный историк-москвовед XIX века Снегирев. В 1856 году император Александр II принимает решение о восстановлении палат бояр Романовых и об устроении здесь общенародного музея. Для исследования палат была создана ученая комиссия под руководством управляющего Московским архивом Министерства иностранных дел князя Оболенского. В комиссию вошли ведущие специалисты в своих областях – историк и этнограф Снегирев, директор оружейной палаты, известный писатель Вельтман, археологи Кёни, Мартынов, архитектор Рихтер. Комиссия произвела архивные изыскания, собрала письменные и графические материалы по истории усадьбы Романовых, произвела натурные исследования палат, выполнила их чертежи с указанием подлинных старинных частей и позднейших построек.
В докладной записке Оболенского говорилось, что, несмотря на разные переделки, в этом здании доселе уцелели данные, кое ясно говорят о его древности и покоем оно может быть успешно реставрировано. Начало реставрационных работ было обставлено с большой торжественностью. На церемонии присутствовал Александр II, на встречу которому митрополит Филарет и придворный протодиакон вынесли царские регалии. На престольный крест инокини Марфы, кадила патриарха Филарета и фамильную икону Знамения Божией Матери. В кладку стены были замурованы монеты разных эпох, имеющие свое значение, отчеканенные при Иоанне Грозном в память о том, что палаты были построены в это время, отчеканенные при Михаиле Федоровиче в память о том, что он здесь родился, монеты 1856 года, напоминание о том, что было принято решение о восстановлении этих палат, и монеты 1858 года в знак начала реставрационных работ. Реставрацию возглавил академик архитектуры Федор Федорович Рихтер, человек талантливый, знающий и в высшей степени добросовестный. Однако его работа вызвала самые противоречивые оценки. Как реставратор, Рихтер остался в памяти мастером одной реставрации, которую хвалили 4 года, а ругают уже 120 лет. Писала Комарова в сборнике «Забытый зодчий Рихтер», изданном в 2000 году. Рихтера обвиняли в том, что он не восстановил старинное здание, а выстроил собственную архитектурную фантазию. Однако в действительности архитектор с величайшей бережностью сохранил все подлинные древние элементы палат. Он указывал рабочим, что поздние переделки следует разбирать со всевозможной тщательностью, дабы беречь старый кирпич. Рихтер использовал все имеющиеся в его распоряжении документальные данные. А в случае, если таковых не хватало и приходилось прибегать к домыслам, помечал новые кирпичи клеймом 1856, чтобы воссозданные им фрагменты можно было легко отличить от подлинных. Высокую оценку Рихтеру дал крупнейший реставратор 20 века Петр Дмитриевич Барановский, назвавший палаты Романовых колыбелью русской реставрации. 27 августа 1859 года в отреставрированных палатах была размещена экспозиция и музей открыт для широкой публики. Экспозиция состояла из подлинных предметов XVI-XVII веков, в том числе личных вещей царя Михаила, его отца и матери. Большая часть экспонатов, 185 единиц, поступила из оружейной палаты. Музей-дом бояр Романовых был открыт для посещения по понедельникам и четвергам с 11 до 13 часов. Бесплатные билеты выдавались в дворцовой конторе Московского Кремля. В правилах оговаривалось, что в музее может находиться одновременно не более 8 посетителей, которым запрещается трогать экспонаты руками, заходить на экспозицию в верхней одежде и калошах, а равно иметь с собой трости, зонтики и прочее. Штат музея состоял из 6 человек – гуфурьера, главного хранителя, ключника, лакея, сейчас эта должность называется музейный смотритель, и стопника и 2 дворников. По замыслу императора, служившие музеи должны были одеваться в костюмы 17 века, однако воплощение в жизнь этот замысел не получил. И в конце концов для работников дома бояр Романовых была утверждена форма, обшитая галуном с двуглавыми орлами. После революции музей был передан в ведение оружейной палаты и переименован сначала в дом боярина 17 века, а затем в музей боярского быта. В 1932 году он стал филиалом Государственного исторического музея. Именно через эту дверь в 1913 году, в дни празднования 300-летия дома Романовых, Николай II вместе со своей супругой Александрой Федоровной и детьми и обширной свитой спускались вниз по лестнице на территорию Знаменского монастыря и палат бояр Романовых. Посещение их величеств дома бояр Романовых на Варварке в 1913 году стало особым событием. Это празднование приурочивалось к дате единодушного избрания на царство в Москве Великим Земским собором в 21 день февраля 1613 года боярина Михаила Федоровича Романова. В
В настоящее время музей называется «Палата бояр Романовых». В экспозиции представлены подлинные вещи 17 века, воссоздающие обстановку трапезной палаты, кабинета боярина, комнаты старшего сына, терема боярыни, хозяйственных помещений под клеты. Я помню тот день, когда я бродил по улице и вдруг невзначай посмотрел Никольский переулок и просто обомлел, потому что на меня смотрел храм Никола Красный Звон, который спрятался там внутри, среди административных зданий. Свое современное название Никольский переулок получил в 1994 году по церкви святого Николая Чудотворца, известной в Москве как Никола Красный Звон. До этого переулок сменил несколько названий. Впервые в письменных источниках он упоминается в 1561 году в связи со строительством этой церкви и называется Смоленской улицей. Того же лета совершена церковь каменна, Никола Чудотворец, хорошая колокольница в Смоленской улице. Предположительно, это название было дано по находившемуся поблизости Смоленскому подворью. В начале 17 века он стал называться Посольской улицей по посольскому двору, расположенному на углу с Ильинкой. Посольский двор был основан в начале 17 века для размещения иностранных послов. В конце 18 века переулок стал называться Юшковым по имени домовладельца Ивана Ивановича Юшкова, усадьба которого стояла на месте нынешнего дома номер 6. Иван Иванович Юшков, генерал-поручик, тайный советник, служил по юридической части, был петербургским генерал-полицмейстером, затем переселился в Москву и с 1764 по 1773 год занимал пост московского гражданского губернатора. Юшковым переулок оставался до 1928 года, а затем был официально переименован во Владимирский в честь большевика Мирона Константиновича Владимирова, участника революции 1905 года и гражданской войны, впоследствии наркома продовольствия и земледелия Украины, заместителя наркома финансов СССР. К Варварке, да и вообще к Москве он не имел никакого отношения, поскольку до революции его жизнедеятельность проходила сначала в сибирской ссылке, затем за границей, а после революции на Украине. Однако похоронен он был в Москве. Захоронение его праха в Кремлевской стене положило начало этой традиции. Как уже было сказано, с 1994 года переулок стал называться Никольским по храму, известному в Москве как Никола Красный Звон. Главный престол этого храма был освящен во имя Рождества Иоанна Предтечи, однако в народе его издавна называли не по главному престолу, а по пределу Николая Чудотворца. Храм славился своими колоколами, за что получил прозвание Никола Красный Звон. Среди колоколов особенно выделялся колокол с изображением трех лилий, указанием даты 1573 и неразборчивой латинской надписью. Предположительно, он был захвачен в качестве трофея во время войны с Польшей в царствовании Алексея Михайловича. Первоначальное здание храма было деревянным, но в 1561 году его перестроили в камне на средства купцов Твердяковых, двор которых находился напротив. Храм был небольшим, одноглавым, похожим на многие посадские храмы XVI века. Кроме предела во имя Николая Чудотворца, в нем был предел во имя Зосимы и Саватия Соловецких, основателей знаменитого Соловецкого монастыря. В 1858 году старое здание церкви было разобрано и заменено новым, существующим и поныне. После революции храм Никола Красный Звон некоторое время оставался действующим. В 1922 году он был передан новой религиозной организации под названием «Свободная Трудовая Церковь». «Свободная Трудовая Церковь» ставила перед собой непростую задачу – примирить и объединить христианство, идеи коммунизма и науку. В 1925 году храм Никола Красный Звон был предназначен к сносу, однако почему-то его не снесли, а просто закрыли. Некоторое время здание пустовало, затем в нем располагались различные учреждения. А в 1967 году была установлена электроподстанция, для чего церковное помещение забетонировали, а окна заложили кирпичом. В 1991 году церковь возвращена верующим и вновь стала действующей.